Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в МТА на сервере CCD Planet 1. Мой ник GTR Pitbull, кто не знает. Итак, друзья, давно не было серии, и сразу хочу вам напомнить, что на моем канале проходит новогодний конкурс на вот этот вот Nissan GTR. Если наберется 100 репостов, то я его разыграю. Почему 100? Потому что сейчас 56, и когда 56 репостов, мне как-то жалко его разыгрывать, потому что мне, блин, я стараюсь, а вам тяжело сделать репост, и вы выиграли бы такой геттер. Но сегодня будет речь не о нем. Сегодня будет речь вот от этой BMW. Вот эта BMW-шечка 135i на прикольных номерах AUE 123-123. Сегодня речь пойдет о ней. Я хочу из нее сделать корч. Это будет такой странный корч, потому что я хочу задрать ее и так далее. Ну, думаю, сами посмотрите, в принципе, что хочу я из нее сделать. Так. Давно не было реально серии по CCD Planet. Да и по МТА вообще не было давно серии. 15 тысяч, у меня только денег осталось, капец. Надо либо донатить, либо работать. Ну, либо надеяться на подписчиков, но то и другое я не могу. Либо продавать BMW вот эту. Пишите в комментариях, что делать, в принципе. Можно, в принципе, эту BMW продать. Но мне ее жалко продавать, кстати. Мне ее реально жалко продавать. Блин, врезался. Так, что нам нужно? Нам нужно сменить цвет, во-первых. Нам нужно сменить цвет. Это нам можно сделать. Блин, вот реально подлагивает сервер. Просто у меня еще, смотрите, у меня реально на максималке стоят настройки. Смотрите, настройки, да? Графика. Везде галочки стоят. Очень высокое. Очень сглаживание. Еще сглаживание включу. Нет. Сглаживание я не включу, потому что придется игру перезапускать. Потом сглаживание включу. Я не знаю, почему оно выключилось. Блять, чувак, дай проехать. Во. Не знаю, какой цвет ей сделать, ну потому что, блин, в стандартном цвете ей будет вообще не прикольно. Может, какой-то такой. Либо такой. Сейчас посмотрим, какой цвет ей придумать. Может, какой-то такой желтый. Вот такой цвет прикольный. Его и оставим. Колеса стоковые оставим, в принципе. И нам не мешают. А вот цвет вот такой прикольный получился. Вот такой вот прикольненький цвет получился. Я считаю, он ей идет. Такой коралловый или хрен его знает какой. Блин, ну давайте, наверное, поедем в другой чиптюнинг, потому что там мясо полнейшее происходит. Ну и на севере тоже мясо полнейшее происходит. Поэтому поедем в отдаленное место. В отдаленный чиптюнинг. Чтоб такой дичи не было. Сорян. Сорян, чувак, сорян. Так, что у нас тут вообще происходит? Ну, в принципе, онлайн, как и был, так и остается. Практически 500. Сейчас онлайн 460, где-то так я заходил. Ну, в принципе, нормально. Чип сейчас поменяем. И можно будет подрифтить. Можно будет подрифтить. Я думаю... Ну, вообще, пишите, снимать серии по CCD Planet или нет. Я, в принципе, могу раз в недельку серию вылаживать. Ну, не больше. Ну, и кто может подгон сделать, то буду вообще просто очень рад. Давайте заправим машину. Потому что бензина мало. Так, еще заправилось. Вы скажете, можешь поработать, в принципе. Ну, блин, чуваки, у меня нету времени реально. Так, сохранение. Проверим этот чип на дрифт. Вообще он дрифтит или нет. Сейчас проверим. В принципе, дрифтит. Можно его и оставить. Да, он дрифтит, кстати. Он дрифтит даже вполне неплохо. Вынул выхлоп, все как надо. Сейчас осталось сделать то, что я от него хотел вообще. По сути. Так, подвеска. 0,3 и
Высота подвески. Двоечка. Так. Но это еще не все, что я хочу с ней сделать. Вот так вот и развал хочу сделать. Резко подвески, смещение тормоза, замедление тормоза, сход развал 0.1. 1.8. Блин, вообще он меняется или нет? Высота подвески. Множитель резкости подвески. Можно будет еще вот так вообще сделать. Ничего ты ничего не делаешь. О! Ну, в принципе, получилось то, что я и хотел сделать. Посмотрим, она сможет дрифтить или нет. Оп. Нормально, нормально. Блин, это смешно, кстати. Это смешно, но мне это нравится. Она, это прикольно. Ну, думаю, что еще можно с ней сделать. В принципе, да? Что можно? Еще широкие колеса давайте сделаем. Это будет полный трэш. Я не пытаюсь ее там, блин, испортить. Просто так будет лучше, я думаю. Короче, ей так будет вообще по кайфу. Я думаю, вообще будет так по кайфу. Поэтому я ее такой и оставлю. Так. Лучше машину. Все, фары включил я. Погнали, тут же есть дрифтовая трасса, в принципе. И можем на ней подрифтить. Испытаем наш корч, как бы в бою. Ну... Не знаю, на какую трассу мы поедем конкретно. Вообще мы доедем, мне интересно. Она дрифтит, видите? Она дрифтует. Но я проехал поворот просто. Поэтому нам пришлось разворачиваться. А так, ну, она валит нормально, в принципе. Я вообще давно не дрифтил, по сути. Но тачка прикольная. Тачка реально прикольная. И валит боком хорошо. Ну, моя E60, конечно, с ней не сравнится. Точнее, эта тачка с моей E60 не сравнится. Короче, я запутался. Думаю, на этой поедем подрифтим. На ту, в принципе, смысла не вижу ехать. Так, стопэ. Во, погнали. Будем валить бочком. Оп. Оп. Занесло ее. Ну, блин, не очень у меня получается, конечно. Ну, потому что, ребята, я давно реально не дрифтил. Особенно на CCD-плодом давно не заходил. Ну, стрим был, но я потом его вырубил, потому что там все хотели другое, что-то. Извиняюсь за кашель. Ну, что, тачка прикольная. Блин, я бы тут с радостью снимал бы на этом сервере, но дело все в деньгах. У меня нету денег просто, чтобы даже... играть на сервере. А работать у меня, блин, нету времени. Есть время, чтобы снимать серии, но нету денег, чтобы снимать серии. Так. Вот, сюда проехали. И, ну что, прикольный корч, кстати. Что, вам не нравится? Вы пишите в комментариях своих мнений. Так, погнали. Не, ну цвет прикольный. Вот со цветом я точно угадал. Со цветом я реально очень угадал. Она выглядит просто охрененно. Так, занесло. Но мы 1000 надрифтили. Надрифтили мы нормально, в принципе. Ой-ой-ой. Это было опасно. Опасно. Так, аккуратненько. Потихонечку. И поехали. Блин, я раньше вообще нормально дрифтил. Блин, может это в чипе дело? Или в моих руках? Я думаю, нормально, все-таки дрифтим. Так, буду сейчас поаккуратнее ехать просто. Вот так вот, перекладочка. Перекладочка, перекладочка. Во-во-во, во-во.
Красиво, красиво. Так. Так. Поворачиваем. Блин. Сбилось чуть-чуть. Не, ну тачка прикольно получается, по сути. Так. С тормозами, конечно, не поладочки. Ну, зато это ей на пользу, она зато дрифтует. Когда ручника даешь, она дрифтует. Не, ну попробуйте сами с таким клиренсом подрифтовать, конечно. Когда низкая, она более как-то легче едет. Езда по встречке запрещена. Наказание, штраф 20к и тюрьма. Эклипс, давно его не видел, кстати, этого модератора. Если вы застряли, F1 умереть. Ну, в принципе, да, красавчик. Красавелла. Вернулся, походу, на сервер Eclipse. Я сам бы хотел пойти на админку. Но... не знаю, возможно это или нет. Я бы пошел, на самом деле, на админку. Так, аккуратно. Аккуратненько. Чу-чу-чу. Так, спокойно, BMW. Спокойно. Так, поворот. Что-то очки дрифта теперь начисляются, вы заметили? Ну ладно, в принципе, это не важно. Зато навалит бочком хорошо. Оп. Оп-оп-оп. Так. Чё, нормально, да? Нормалёк. Поехали дальше. Давайте пробуем убрать так вот все. Так, кто-то там за нами едет, кстати. Кто-то там за нами едет. Видели? По карте видно, кто-то за нами едет. Но мы-то первые проедем. Доедем, точнее. Ух ты, ёб твою налево. Ой-ой-ой. Это было только что опасно. Не, ну машина, в принципе, хорошая. Мне нравится. Я надеюсь, чип от нее сохранился. Не знаю, может пока так оставлю, будем так ездить. Ну, в принципе. Номера прикольные, блин. Это хоть не Blood, но прикольно. AUE 123-123. Это просто красиво. Реально, это просто красиво. Аккуратно. Так, походу, вот этот чувак уже не едет за нами. Он либо умер, либо еще что сделал. Не, что-то вообще не прет. Давайте хоть последний поворотик проедем красиво. Вот так вот, нормально. Нормалек. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Все хорошо. Все, доехали. Ладно, вот такая вот машинка. Думаю, вам понравилось. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылки есть в описании. Заходите на сервер, играйте. И ждите новых серий. Всем пока.